Да, друзья, мы с вами в коучинге, в самокоучинге, который называется «Следующий уровень» или «Следующий» или «Новый шаг», или «Новый шаг», или «Следующий уровень». Это не важно. Важно, что вы уже написали список своих сильных сторон, и, надеюсь, вы начали ощущать внутри себя уверенность в себе. Поэтому мы переходим к следующему заданию. Следующее задание такое. Составьте список всех мест, работ, где вы работали до сих пор, и функции, которые вы на этой работе выполняли. То есть вот все должности, все задачи, которые вы на работах делали, вот на любых, были ли вы помощником, директором, владельцем, составьте список всех ваших рабочих нагрузок за вашу жизнь. И все. Составьте, и увидимся в следующем видео. И я скажу вам, что с этим делать дальше.